Аджай, ты как раз вовремя. Пейган выходит в эфир. И о чем он? Без понятия. Думаю, скоро узнаю. Добрые люди Керата. Думаю, вы будете рады узнать, что слухи о моей смерти были несколько преувеличены. Я жив, и в мире все в порядке. Но жизнь — это перемены. И я призываю вас, жителей Керата, взять пример с меня и увидеть в этом благо. Перемены требуют сил. Но у меня нет повода усомниться в вас. Да, признаю, перемены коснулись и моей организации. Мисс Нур и Пол де Плёр решили покинуть меня после многих лет службы. Ну что ж, пожелаем им удачи во всех будущих начинаниях. И нам тоже нужно смотреть вперед, не назад. Покушение на мою жизнь — это не более чем жалкая попытка противиться переменам. Знаете же, Юма Лау, мой главнокомандующий, моя правая рука, которой я целиком и полностью доверяю, защитит меня от любого убийцы. Она готова умереть, спасая мою жизнь. Ну же, давайте, проверьте, на что она способна. Подытожим. Перемены — это хорошо. Осознайте, ваш король жив. Радуйтесь. Юма, мой неусыпный страж, ждет. Рискните. Похоже, он бросил нам вызов. Шахты. Ты все знаешь. Постоянно приходится извиняться за Юму. У нее потрясающая способность портить первое впечатление. Хотелось бы, чтобы вы поладили друг с другом. Она моя правая рука. Одна из. Юма заключает сделки с иностранными партнерами. Следит за Нур и Деплером. Даже армией командует. Правда, в последнее время она поддалась кератским суевериям. Она думает, я не знаю, про экспедиции, которые она посылает в горы за теми магическими каракулями. Я согласен, трудовая дисциплина требует жертв. Но только тогда, когда ущерб от нерадивого сотрудника сравним с прибылью, которую он приносит.
Что это было? Теперь ты в моей шамбре. Ладно. Ничтожество! Пейган послал мальчишку убить меня? За все, что я для него сделала? Он был бесстрашен, пока не встретил твою шлюху мать. Его было не остановить. А твоя мать... Твоя мать... Он должен был! Но нет. Сломанные не склеить. Он слаб. Но Пейган не слаб.
сломил мир. Не сломила и эта страна. И тебе. И тебе тоже. Это не удастся. Ладно, хватит игр. Шоу Куа. Мы оба знаем, чего ты хочешь. И без игрушек. Yeah.
Амита, Йома мертва. Ты убил демона Дургеша. Не волнуйся, Аджай. Придет и черед Пейгана.